Сегодня у нас в гостях снова доктор Валерий Белянин, доктор филологических наук, кандидат психологических наук, психотерапевт. Да, я вот часто рекомендую своим пациентам посмотреть какую-нибудь глупую комедию. Угу. Для того, чтобы просто вот животным смехом посмеяться, чтобы просто встряхнуться, чтобы просто отряхнуть себя весь... хотя бы на какое-то время груз проблем, и посмотреть с юмором. Юмор очень часто помогает в жизни. Юмор — это когда объект становится не очень опасным и видятся какие-то несоответствия ему чему-то, и человек отстраняется от своей проблемы. И когда у меня пациенты начинают смеяться над своей ситуацией или шутить, я вижу, это путь к выздоровлению, путь к психическому здоровью. Но многие из нас лично убедились в существенной разнице между туризмом и иммиграции. Причем, в отличие от иммиграции, туризм оставляет в основном светлые впечатления от посещения новых мест. Сегодня авторская программа «Наш дом» предлагает сюжет из театра «Йорквудс Лайбрери» о бенефисе ведущего актера студии театра Ольги Шведовой Валентина Овсюка и о спектакле, в котором он занят. Давайте потанцуем.